Доброе утро! С 1 июля 2015 года вступили в силу очередные изменения правил дорожного движения, регламентирующие обязательное наличие световозвращающих элементов у пешеходов, так называемых фликеров, вне населенных пунктов. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. В темноте в свете фар пешеход виден на расстоянии 25-40 метров. При наличии световозвращателей это расстояние увеличивается до 150 метров при ближнем свете фар и до 400 метров при дальнем. По статистике, использование световозвращателей снижает риск наезда на пешеходов на 65-80%. Штраф за отсутствие предмета со светоотражателем у пешехода предусмотрен частью 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение пешеходам или пассажирам транспортного средства правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Как это нововведение может коснуться водителей? К примеру, вы остановились за городом. Вышли протереть фары, в кафе, вышли отдохнуть или прогуляться. Водитель, выйдя из машины, становится пешеходом. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости водителю, пешеходу, также необходимо иметь при себе световозвращающие элементы. Поэтому надо предусмотреть наличие световозвращателей на случай остановки за городом, чтобы можно было без нарушения выйти из машины. Всего доброго, до встречи!